Спасибо, что доставили ее. Я не хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я сбежала с неизвестной базы. Не Доминионской. Что это было за место? Как я там оказалась? Нола, несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой «Защитники человечества». Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. Доминион никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Эй, Нова! Пока ты не отчалила, взгляни на снаряжение, что мы для тебя припасли. Пока его мало, но ты же всяко найдешь что-нибудь со временем. А, вот еще что. Свой выбор ты всегда можешь изменить. Так что дерзай, пробуй. Втянешься в процесс, будешь выглядеть прям как я. Разве не здорово? Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У Свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а?
Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ну, как тут откажешь? Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Что стряслось? Повтори. ГСМ готов. Уже в пути. Слышимость отличная. Поняла. Нова, отступай. Зергов слишком много. Нам нельзя терять людей. Поняла. Выдвигаюсь. ТСМ готов. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Нет ничего проще. ТСМ готов. А как же? Непременно. Ладно. Вот да. Не вешай, кому перерезать глотку. И это все. Я первый. Кара небесная. Не вопрос. Приступим. Слушаю. Так, еще одна группа идет с востока. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Ближе к телу. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. Поняла. Есть работенка. Чего пугаешь? Слышу тебя хорошо. Поняла. ТСМ готов. ТСМ готов. Готов. Жду подтверждения. Пристройка завершена. Требуются дополнительные хранилища. А? Пути!
Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Выкладывай. ТСМ готов. Нова на связи. Уже в пути. ТСМ готов. Повтори. ТСМ готов. Новая атака. Отмечаю координаты противника. Ближе к делу. Кого подлатать? Смерть на пороге. Слышу тебя. Нова. Похоже, зерги решили атаковать один из наших исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. Нова на связи. База союзников атакована. Смерть на пороге. Ближе к делу. Выдвигаюсь. Недостаточно энергии. Недостаточно энергии. База союзников атакована. Я обо всем позабочусь. Поняла. Слышимость отличная. Недостаточно энергии. Выдвигаюсь. Уже в пути. Смерть на пороге. Поняла. База союзников атакована. Положись на меня. Слышимость отличная. Уже в пути. Недостаточно энергии. Сейчас рванет! Поняла. Недостаточно энергии. Положись на меня. Они бросают против нас разорителей. Остерегайте их едкой желчи. Зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Бери, не стесняйся. Сейчас мне будет поздно. Поняла. Будь начеку. Нам движется противник. Ближе к делу. Повтори. Выполняю. Кого подлатать? Нет,
какова ситуация? Поняла. Разобрались. Самое время подготовиться к следующей атаке. Вижу надзирателей возле ущелий. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. И присмотри места, где можно построить бункер. Нам пригодится дополнительная огневая поддержка. Поняла. Повтори. Поняла. Смерть на пороге. Ближе к делу. Отбой, места мало. О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Уже в пути. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Выполняю. Положись на меня. Нова на связи. Поняла. Недостаточно энергии. Враг не сдается. Готовимся к очередному штурму. Достаточно энергии. Выдвигаюсь. Положись на меня. Жду подтверждения. Уже в пути. Два войска союзников атакованы. Недостаточно энергии. Поняла. Смерть на пороге. Слышимость отличная. Ближе к делу. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах. Но зерги до них добрались. Не волнуйся, я уже близко. База союзников атакована. Смерть на пороге. А! Чего пугаешь? К
Какова ситуация? Выполняю. База союзников атакована. Поняла. Давай, удиви меня! Войска союзников атакованы. Чего тебе? Непременно! Снова на связи. Слышимость отличная. Давай, удиви меня! Ближе к тебе. Уже. Нова, плохие новости. Враг решил напасть сразу с двух сторон. Слышимость отличная. Давай, удиви меня! Поняла. Войска союзников... Этому комплексу хана. Но хотя бы другой уцелел. База союзников атакована. Войска союзников атакованы. Ближе к делу. Недостаточно энергии. База союзников. Войска союзников. Нова! Атакованы. Внешняя линия нашей обороны едва держится. Нужна помощь! Войска союзников атакованы. Уже. Выполняю. Уже. Войска союзников атакованы. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Положись на меня. Отлично сработали. Противник побежден. Жду подтверждения. Смерть на пороге. В атаку пошли ультралиски. Тебе лучше поспешить. Вступаю в бой. Месторождение минералов выработано. Выполняю. Поняла. Слышу выкопление. Я обо всем позабочусь. Смерть на пороге. Недостаток месторождения минералов выработано. Ближе к делу. Уже в пути. Недостаточно энергии. Месторождение минералов... К нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Ложись на меня. Выдвигаюсь. База союзников атакована. Поняла. Месторождение минералов... Смерть на пороге!
Я обо всем позабочусь. Жду подтверждения. Слышимость отличная. Уже. В атаку. На меня. Адмирал, надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь ценна и своевременна. Смерть на пороге. Жду подтверждения. Поняла. Выдвигаюсь. Нова! Противник собрал все оставшиеся силы для последней атаки. Ты должна задержать их! Только свистни. Пошло-поехало. Кара небесная! Разумно! Какова ситуация? Время действовать! База союзников атакована. Поняла. База союзников атакована. Войска союзников. Мы несем тяжелые потери. Энергии. Нова, постарайся предельно ослабить врагов, прежде чем они до нас доберутся. Адмирал Хорнер, над позициями зергов появляются крейсеры. Но это не флот Императора. Что? Мне это не нравится. Союзников атакованы. Слышимость отличная. Они передают что-то в эфир. Сейчас подключусь. Зерги всегда представляли угрозу. И сегодня войска Императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Барии. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее. Или нам придется принять меры. Черта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придется встретиться с Императором в другом месте. Мы получили новое сообщение от группировки «Защитники человечества». Они заявляют, что зерги нападут еще, но Император Валериан Менгск не принимает меры для защиты населения. Генерал Дэвис поддержал Императора. В то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить.
пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении. Как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал.